Великобритания приняла на себя удар разгулявшейся стихии. В четверг второй день подряд в Соединенном Королевстве не прекращались сильные ветры и проливные дожди. Больше всего пострадал Девоншир на юго-западе Англии. Большая вода наступает на главный город графства Эксетер. Мощные потоки вымывают огромные куски земли вместе с травой. От наводнения пострадали дома, затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение. При этом прогнозы синоптиков неутешительны. В некоторых районах ожидают выпадения до 60 мм осадков. Ветер усилится до 80-100 км в час, кое-где до 113 км в час. В субботу и воскресенье ситуация не улучшится. Соединенное Королевство по-прежнему будет заливать дождями.